следующем году поставщик лесосырья на ЦВК, группа компаний «Титан», инвестирует в техперевооружение почти 5 миллиардов рублей. Так, больше 3 миллиардов холдинг направит на закупку 25 новых лесозаготовительных комплексов, 40 лесовозов и полуприцепов к ним. Всего более 40 позиций технических новинок. А развитие инфраструктуры предприятий «Титан» запланирован 1 миллиард 200 миллионов рублей. Из них на строительство ремонтно-механических мастерских, технических центров и административно-бытовых корпусов 362 миллиона. Продолжится работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Масштабные ремонты путей пройдут в Усть-Покшинском, Светлозерском, Карпогорском, Дмитриевском и Вельском подразделениях холдинга. Самостоятельным направлением вложений станет логистическое предприятие холдинга «Беломорская сплавная компания». 353 миллиона будет инвестировано в том числе в строительство новых мелкосидящих буксиров современного проекта «Ярослав».